Ну, конечно, самые важные ресурсы в любом обществе – это человеческие ресурсы. И у нас в Америке очень развита система технологии, и у нас очень много женщин работает в этой профессии. И так как в Казахстане тоже развиваются инновации, мы решили пригласить делегацию деловых американских женщин сюда, в Казахстан, чтобы обменяться опытом с казахстанцами. Это проводится в рамках 25-летней годовщины наших дипломатических отношений между нашими странами.